Отлично! Отлично, да? Ребята, спасибо большое! Значит, около, ну, ты сейчас торговый центр, там был каток. Но его заливали так, что все время были рытвины. И мы в хоккей играли, в футбол, то есть не в футбол, в хоккей, или на льду, значит, катались на тяжелом. А тут лед очень хороший, видишь, машина специальная. Да, здесь все очень хороший. Дай. Так, аккуратней, ты чего упадешь? Пуп 7 для... Давай, иди сюда. Вы в каком классе учитесь? Мы в 4-м В. Пуп 7 для сюда. Ты в 4-м В, в какой, в этой школе или в той? Да, в этой. В старой. Ну и как? А там, кстати, не залили каток еще, нет? Нет, там вообще не вышло. В этом году не вышло. Только вот здесь хороший, да, нормальный каток. Даже в Вегасе плохой. Ну ты застегнись, потому что все-таки холодно. Не, не а в Вегасе хуже каток? Да, хуже. Почему? Нет, он не хуже. Да, блин, да, он там повыше. Да нет, подожди, да я скажу. Да, так, по одному говорите, по одному. Он маленький, но так он там такой. Не такой уж, там лед вообще, там машина, там его не заливают. Так, даже. Подождите секунду, все понятно. В Вегасе тоже хороший каток, но здесь чем он хороший? То он больше, то в Вегасе он меньше, по-моему, по размерам, да? Да, здесь больше. Здравствуйте. Здравствуйте. О, пришла покататься. Ну и правильно. 66. Я вот. Не боюсь 65+. А вот знаете, это да. Интересно, Зоя Ивановна 68. Ну. До свидания. Ну. Она ходит в бассейн. Она проплывает, и я хожу. Она проплывает 40 дорожек туда-сюда, нет, не останавливаясь. Нет, вот тут я могу 40 да? кругов. А что касается, у меня абонемент бассейн, я могу 10. Так что все, я... Ну, хороший каток? Очень хороший. Спасибо вам огромное. Вы знаете, благодарны. Ну. Вот чтобы их швали вот никакой не было. Вот ну, так сами. Да. Мы здесь всех знаем, все радостные. Огромнейшие. Мы за вас все время. Все, спасибо большое. Удачи спасибо, вам, спасибо, Павел Николаевич. Так, пойдем отсюда.